Всем привет! Вы на канале «Сам себе повар». Меня зовут Светлана, и сегодня мы с вами приготовим вот такое блюдо. Это замечательная картошечка по-деревенски. Получается хрустящая, и в то же время она совершенно не жирная. Получается рассыпчатая, и при этом вам понадобится очень небольшое количество времени для ее приготовления. И сейчас я вам расскажу, как же ее приготовить. И для приготовления этой картошечки нам понадобится непосредственно сама картошечка. Я ее уже почистила. Теперь мы с ней сделаем вот что. Мы ее возьмем, порежем сначала пополам. И потом еще раз пополам. Вот такими вот дольками. Картошку будем складывать в дуршлаг. Теперь сполоснем нашу картошечку холодной водичкой. Это нужно для того, чтобы смыть остатки крахмала, которые остаются вот здесь на срезах. И теперь на сухое полотенце выкладываем нашу картошку подсушиться. Вот нашу картошечку мы сложили в миску. Теперь нам нужно добавить к этой картошке специи, которые вы любите. Я буду добавлять красный перец. Я люблю остренькое. Вот так чуть-чуть. Добавлю чеснок сушеный. Черный молотый перец. Итальянские травы. Всего примерно по чайной ложечке. Итальянских травок возьму 2 чайных ложечки. И совсем капельку куркумы. Это просто для цвета, чтобы она была желтенькая. Добавим соли. Оливковое масло. Масло я добавлю на глазок. Ну, примерно столовых ложки 2 или 3. Теперь хорошенько перемешаем. Вот так, ничего не боимся, прямо рукой. Посмотрите уже, как она выглядит, очень аппетитно. Она ведь еще сырая. Теперь на противень выкладываем нашу картошечку, оставляя между ними расстояние, чтобы картошка поджарилась и покрылась аппетитной румяной корочкой. Теперь мы ее будем выпекать при температуре 180 градусов. У меня духовка с конвекцией, и поэтому я конвекцию включу. Если конвекции нет, ничего страшного, она все равно у вас испечется. Попозже я вам скажу, сколько времени понадобилось моей духовке на приготовление этого вкусного и ароматного блюда. Моей духовке понадобилось 30 минут, чтобы справиться с такой картошечкой и испечь ее до такого слегка золотистого цвета. И сейчас я вам покажу, какая она получилась внутри. Ну вот возьмем вот эту, например, да? Вот так я ее порежу. Вот посмотрите, внутри она полностью готова. Снаружи у нее хрустящая корочка. Слышите, как хрустит? Она получилась в меру соленая, совершенно не жирная, очень вкусная. Попробуйте и вы приготовить себе такую же картошечку. А я желаю вам удачи, большой и маленькой. Готовьте с настроением, кушайте вкусно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!